направь на путь нас истинный и укажи нам верную дорогу. Мы ежедневно молим, вопрошая к Богу. Пути Его неисповедимы и сложны, и если указатели, куда шагать нам, влево, вправо или прямо, подобное в картине Васнецова, «Витязь на распутье». Русский художник-мастер нам на камне обозначил налево завернуть, побегать с красным флагом, разрушить все до основания и все по-ново долго строить. Направо завернул однажды Гитлер и фашисты. Мы помним, что в итоге вышло обратного пути, конечно же, вам не найти, как в речку дважды не войти, схитрив все горы и овраги без труда не обойти. Дорога верная и прямо, совет мой вам идти. Кто видит, тот увидит, кто мыслит, тот поймет, кто слышит, тот услышит, кто ищет, тот найдет.